Всем привет, ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Если вы часто путешествуете, то следующая вещь вам непременно пригодится. Это солнечная зажигалка, которая работает по старому доброму методу. Вы устанавливаете на середину нужный предмет, а после просто кладете механизм на солнце так, чтобы лучи попадали на боковые зеркала. Совсем скоро они передадут энергию в ваш объект, и он загорится. Само собой, в зависимости от воспламеняемого предмета, это может занять разное время. Но сути дела это не меняет, по крайней мере в походе вещь точно пригодится. Небольшое устройство весом в 141 грамм способно на одном заряде аккумулятора очистить ультрафиолетовой лампой до 50 литров воды. Производитель обещает срок службы лампы до 8000 циклов обработки. Дезинфектор SteriPen снабжен небольшим OLED-дисплеем, который проинформирует об уровне заряда аккумулятора и режиме очистки. Заряжается устройство через USB кабель от любого совместимого устройства. SteriPen является стерилизатором. Для запуска прибора необходимо нажать на кнопку включения, затем опустить его в емкость с водой. Датчик включит УФ-лампу. Во время обработки обеззараживателем необходимо производить круговые движения, как будто перемешивая воду. Это массажер от Xiaomi, который подойдет всем тем людям, у которых болит шея. Дело в том, что из-за своей формы, буквально огибающей проблемный участок, массажер отлично справляется с поставленными задачами. Он нагревает, а также массирует нужные участки, предлагая при этом сразу несколько режимов вместе с температурами работы. Интерфейс у массажера проще некуда, даже без инструкции все будет интуитивно понятно каждому. Продается гаджет в нескольких цветах. Если вы были в поисках недорогих и в то же время стильных часов, поздравляю, миссию можно считать выполненной. Эта LED-модель имеет кварцевый механизм, при этом сам корпус часов сделан из железа, а их ремешок из кожзама. Несмотря на малую стоимость, часы безукоризненно функционируют и приятно прилегают к руке. Из-за уникального дизайна самого циферблата модель кажется куда более дорогой. Эти часы считаются унисекс, это значит, что подойдут как девушкам, так и парням. Единственное, что стоит учитывать, часы не защищены от воды. Имейте это в виду. На очереди малюсенькая камера, которая предназначена конкретно для слежки. Само собой, это дело мы не одобряем, но если пользоваться камерой для записи происходящего у себя дома, то почему бы и нет. Объектив едва заметен, ремешок, которому он приделан, имеет такой же черный цвет, а также компактные габариты. Это значит, что камеру без проблем можно спрятать практически куда угодно. По словам производителя, снимает она в 4К качестве, но само собой, за такую стоимость ждать этого не стоит. Хорошо, если будет 720p выдавать. Всю информацию камера может либо сохранять в облаке, либо транслировать через Wi-Fi. Тут уж выбирайте сами. Также из фишек у нее присутствует датчик движения, но насколько он рабочий, остается вопросом. Знаете, что в моде при любой погоде? Конечно же, речь идет о мультитулах. Эти малые вечно находят место в корзине людей из-за своей чрезвычайной эффективности вкупе с минималистичностью и компактностью. Так, например, вот этот вариант от производителя Next Tool сочетает в себе 10 универсальных инструментов. Плоскогубцы, захват, пилку, отвертку, нож, открывашку и другие. К этому добавьте ручку эргономичной формы и стильный внешний вид. Плюс мультитул стильно выглядит, а это уже точно никогда не будет лишним. В итоге перед нами шикарный претендент на новенький мультитул в вашем арсенале. Берите на заметку. Как вы измельчаете овощи, все еще руками? Не знаю, как вы, но по мне это дело лучше делать электрической овощерезкой. Она и быстрее все сделает и куда качественнее. Да и насчет собственных пальцев переживать не будете. И вот вам сразу удобный вариант. Данная модель отличается в первую очередь своей компактностью. Она работает без проводов и заряжается через USB. Принцип работы здесь проще некуда. Установили чашку, поместили в нее лезвие, положили туда, например, чеснок, закрыли крышку и нажали на кнопку. Больше делать ничего не нужно. Каких-то 10 секунд и чеснок будет в мельчайшем виде. Добавок, это устройство имеет лезвие из нержавеющей стали, что всегда хорошо, а также не скользящее силиконовое дно. Хотели бы вы, чтобы в вашем универсальном ежедневном инструменте было бы все, что надо? Я говорю о ручке, люди, работающие с документами или любыми другими бумагами, постоянно таскают с собой ручку. Конечно, в этом случае подойдет и стандартный, самый простецкий вариант, но согласитесь, куда прикольнее, если ваша ручка будет в то же время, например, линейкой. Ведь так? А что, если она еще может измерить, ровная ли поверхность или нет, а также быстренько трансформироваться в отвертку? На самом деле и на этом ее опции еще не заканчиваются, ведь ручка имеет и кончик в виде стилуса.
Ежегодно в моде оказываются самые разные вещи, которые пару лет назад казались бы предельно странными и в какой-то мере даже фриковыми. Но мы живем сегодняшним днем, и на повестке у нас подобная кепка пилота. Ее суть проста, вы вроде как в кепке, и тут хоба, за одно движение вы уже имеете очки на своих глазах. Головной убор продается в нескольких цветах, но в то же время в одном регулируемом размере. Скажу сразу, я не особо разбираюсь в колонках, но вот что я точно могу сказать, так это то, что эти динамики потрясные. Они имеют высоченную пиковую мощность, а также встроенные дополнительно сабвуферы, эквалайзер. Все это позволит вам лично регулировать музыку и параллельно наслаждаться световым шоу. Куда уж без косметики. О такой кабинке мечтает любой школьник, у которого нет своей комнаты, или как вариант есть надоедливый брат или сестра. А если серьезно, то это специальная капсула, которая заменяет номер в специальных капсульных отелях, находящихся в Японии. Она представляет собой небольшую спальную ячейку, которая обычно располагается рядом с такими же. Подобные отели находятся в основном возле крупных вокзалов или рядом с увеселительными районами. Внутри вы найдете удобную кровать, зеркало с подсветкой, телевизор, на котором можно смотреть контент с любых ресурсов, отсек для хранения личных вещей, часы, порты для зарядки и многое другое. А на случай, если станет жарко или душно, в ячейке предусмотрена система охлаждения. А здесь у меня колечко, но не совсем обычное, да и я бы не стал рекомендовать его каждому, особенно детям. Это изделие предназначено для самозащиты. Поверх кольца установлен миниатюрный складной нож. Он хоть и не особо острый, но даже этого достаточно для того, чтобы серьезно кого-нибудь поранить. А это уже не говоря о стандартных функциях, вроде открытия коробок и прочего. Кроме того, это кольцо может выполнять роль и открывашки для бутылок. Так, а здесь у нас Echo Show 5, умный голосовой помощник с дисплеем для дома от компании Amazon. По размерам устройство не отличается от настольных часов или беспроводной колонки. При этом он предлагает внушительный набор функций, сенсорный экран высокого разрешения и удобное управление. Используя Echo Show 5, можно наслаждаться любимым контентом, общаться по видеосвязи, а также наблюдать за происходящим на камерах видеонаблюдения. Кроме того, с него можно прослушивать потоковое аудио и пользоваться помощью персонального голосового ассистента Alexa. Геймеры и фанаты приколю, для компьютеров следующий подгончик для вас. Это необычная игровая мышь от компании Logitech, выполнена в стиле трансформеров. У продавца можно найти много интересных дизайнов, среди которых найдется как что-то для девочек, так и для парней. Мышь имеет 10 настраиваемых кнопок, считая колесо, а также, что удобно в современных реалиях, беспроводной интерфейс подключения. Ах, точно, еще про RGB подсветку забыл, она тут тоже присутствует. На очереди залипательная штука, способная заменить вам любой антистресс. Это песчаная картина, продающаяся в двух форматах, круглом и прямоугольном. Можно бесконечно наблюдать за тем, как плавно и неторопливо пересыпаются песчинки, образуя причудливые, раз от раза новые узоры. Глядя на картину, каждый человек видит что-то свое. Для них это песчаный берег, море, для других бескрайние степи и горизонты, а для третьих и вовсе фигуры. А что здесь увидите вы? А это трехсторонняя пила, она имеет лезвие из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием, а также может складываться. Это делается довольно просто через нажатие кнопки, расположенной посередине. Ручка пилы имеет рифленую поверхность, отчего она удобно лежит в ладони и не соскальзывает во время работы. Кстати о работе, из-за большого количества зубцов она очень быстро режет любой материал. Вместе с пилой подарком приходят перчатки. А это светящиеся плечики, которые добавят красок в любой скучный шкаф или напольную вешалку. На них действительно можно разместить легкие вещи вроде футболок, но я бы и просто так как подсветку использовал. А почему собственно нет? Вы у кого-нибудь видели светильник-тремпель? Вот и я тоже. На сайте представлено несколько расцветок: розовое, желтое или белое. Единственным минусом приспособления, пожалуй, является способ питания от USB. Постоянно мешаются эти провода, блин. Ну что, Робин Гуд, готов к битве, вот держи свой лук и бамбуковые палочки в придачу. Где стрелы, говоришь? А нет их здесь, это же миниатюрный лук, который будет чуть больше ладони. Он выполнен из нержавеющей стали и имеет длину 25 сантиметров. Стрельба ведется бамбуковыми палочками на расстоянии до 30 метров. С управлением справится даже новичок, так что не беспокойся, все у тебя получится. Главное, в людей не целься и оттачивай свой навык на стрельбище.
Вот это я понимаю, креатив прокачан до максимума. Народ, зацените стаканчик. Это оригинальный коктейльный бокал, конструкция которого сразу предусматривает наличие трубочки. Она здесь также выполняет роль ножки. Честно, представить себе не могу, удобно ли вообще из него пить, но за нестандартное дизайнерское решение ставлю 10 баллов. Стакан небольшой, обратите внимание, а то находятся те, кто жалуется, что им не хватает. Ничего себе тапочки, это что, нынче мода такая? Я, конечно, видел много разных попыток, но чтобы их надевали на ноги, это что-то новенькое. А что дальше, штаны из пупырки сделают? Ну а если серьезно, то мне кажется, в них очень мягко и удобно. И приятный массаж для ног, и экономненько получается. Не нашел чем себя занять, взял и понажимал пальчиками на шлепанцы. Не перестаю удивляться с этого Китая, честное слово. Дожили. Теперь нам и умные ложки предлагают купить. Давайте посмотрим, что это за разработки такие. Итак, устройство называется Spoon Tech. Со слов производителя, оно призвано сделать вкус еды более насыщенным. В эту занимательную ложку установлены два электрода. Один располагается на нижней части ручки, а другой на чаше. Я не до конца понимаю весь принцип работы, однако уловил главную мысль. Говоря простыми словами, через Spoon Tech проходит слабый электрический ток. Он возбуждает вкусовые рецепторы, усиливая вкус и улучшая послевкусие. А теперь вопрос, кому нужны такие ложки? Скорее всего, людям, следящим за количеством сахара или соли, а также тем, кто придерживается диеты. Что детям нравится больше всего? Да на самом деле много чего, но вот запуск змея определенно входит в этот список. И если париться с его надуванием или просто банальным переносом вам не захочется, я предлагаю найти замену вот в этом устройстве. Оно представляет собой мини-пусковой механизм, который быстро прокручивает установленную между колесиками веревку и заставляет ее выпрямляться. А хотя что я вам здесь объясняю, вы и так все сами видите. Если вы частенько занимаетесь переносом или обработкой острых либо колющих предметов, то я настоятельно рекомендую задуматься о покупке нарукавников. И не просто тех, что защищают от натирания, а также тех, что выступают и защитой от случайных порезов. Они сделаны из прочного и в то же время легкого эластичного волокна. Широкие удобные резинки сверху и снизу удерживают нарукавники на месте. Продаются они только в сером цвете. Курение убивает, имейте это в виду, однако если вы все-таки занимаетесь этим вредным делом, то обязательно бросайте, ведь чтобы пользоваться такой классной зажигалкой, курить вовсе не нужно. Зажигалка имеет стандартный внешний вид, цвет которого может варьироваться при оформлении заказа. В любом случае получаемый инструмент будет качественно и красиво сделан, а также будет шикарно функционировать. Заправлять зажигалку также очень просто, откручивайте один из болтиков сбоку и заливаете туда горючее. Не просто так один из самых эффективных за все время массажеров был, есть и, наверное, будет роликовый вариант. Он идеально прорабатывает застывшие зоны и разминает ваши участки тела. Так вот, это компактный массажер, по словам производителя, подойдет буквально для всего, начиная от ягодиц и заканчивая шеей с плечами. Плюсом данной модели, безусловно, можно отнести ее простоту. Это тот случай, когда разобраться можно без инструкции. Четыре внешние кнопки сверху внизу отвечают за включение и выключение направления массажа, режим и подогрев. Кроме того, эта штука потребляет очень мало энергии, из-за чего ее легко можно заряжать до полного и брать куда-нибудь с собой. А это компактный водонепроницаемый локаторный маяк. Он также имеет встроенный GPS-приемник для точного позиционирования и светодиодную вспышку. Производитель дает 5-летнюю гарантию на батарейку этого устройства. Работает же оно на частоте 406 и 121,5 МГц. Если вам вдруг нужно измерить наклон чего-то длинного, как например фундамента или забора с крышей, достаточно будет обзавестись лазерным уровнем. Лазерный луч в уровне позволяет продлить профиль в пространстве для удобства, здесь также есть встроенная рулетка длиной в 2,5 метра. Опорная платформа выполнена из алюминия, которая поможет надежно и точно установить инструмент на ровную поверхность без применения треноги. Ах да, еще здесь бонусом есть 15-сантиметровая линейка.
На очереди качественная точилка для кухонных ножей и не только. Ее преимущество заключается в целых четырех позициях, каждая из которых нужна в конкретной ситуации. Так, одно из отверстий позволяет вам сильно увеличить эффект резкости ножа. Другое сделает чуть меньше эффект резкости, третье еще меньше и четвертое соответственно. Рекомендуется затачивать нож последовательно, проводя его через все этапы заточки. Механизм выполнен по всем стандартам безопасности и пораниться им ни при каких обстоятельствах не выйдет. Вы никогда не задумывались о том, что лущение семечек крайне вредная для зубов и организма в целом процедура. Даже обычные семена подсолнечника слишком твердые для эмали, поэтому часто становятся причиной сколов на ней. С другой стороны, семечки и орехи невероятно полезны. Так как же быть? И тут все проще некуда. Пользоваться следующей машинкой. Работает проще простого, высыпаешь семена на специальный лоток и получаешь на выходе очищенный продукт. Сплошные плюсы, ведь готовый продукт можно использовать в выпечке, мыть и употреблять в пищу, не боясь получить порцию грязи с полей. Устройство подходит для любых семян среднего размера. Мощный мотор легко молотит по зернам, а механизм отсеивания отшелушивающиеся отстатки выбрасывает с другой стороны. Еще внутри есть оптический сенсор, который позволяет отличать гаджет хорошие семена от плохих, выбрасывая негодные вместе со жмыхом. При необходимости более точной подстройки можно подключить машинку к смартфону на Android и провести перепрограммирование штатной утилитой. А это очень оригинальный подарок для друга меломана, который любит слушать музыку на динамиках. Колонка Череп. Благодаря наличию встроенного микрофона с функцией шумоподавления, вы можете использовать Череп не только для прослушивания любимых треков, но и для приема вызовов, так как поддержка Bluetooth обеспечивает быструю и надежную синхронизацию с мобильным устройством. Звук здесь сказать не то что идеален, но для локального прослушивания его будет более чем достаточно. Гирлянды всегда пользовались спросом ровно так же, как и цветы, но что если объединить это воедино? Получится по-настоящему магический и завораживающий элемент декора, который настроит вашу атмосферу в любой комнате. Данный вариант имеет габариты 75 на 20 и на 20 сантиметров, а также может светиться разными цветами. Все это настраивается дистанционно при помощи пульта. Следующая компьютерная мышь вряд ли подойдет геймерам или рядовому пользователю ПК, однако пригодится тем, кто частенько работает с презентациями или же использует приложения для 3D-моделирования. Это универсальная носимая мышь, способна распознавать жесты, а также слушать голосовые команды. Устройство работает по Bluetooth, радиус устойчивого сигнала составляет 10 метров. T-Skin может применяться как для управления приложениями, так и устройствами VR и AR, роботами, дронами и также выступать в роли замены игровым джойстиком. Хотя насчет последнего я что-то немного сомневаюсь. Но в целом интересная штука, если вы хотите испытать какие-то новые ощущения. В современных реалиях маски – это неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому с каждым разом производители предлагают все новые, более навороченные модели. Вот, например, Air Ring. Думаю, многие со мной согласятся, что эта маска выглядит как предмет из научно-фантастического фильма. И честно, я бы никогда не подумал, что смогу такое надеть просто так. Для косплея – да, бомбический вариант, но вот для жизни. Однако производители уверяют нас в обратном. Воздух поступает в Air Ring с помощью вентилятора на задней части устройства, который затем переходит через поролоновые и нейрофильтры, ультрафиолетовую очистку и фотокаталитические стерилизаторы и, наконец, через финальный блок из нескольких угольных фильтров. Только после этого он попадает в нос и рот. Носили бы такую, как вам идея? Я тот еще Соня и очень не люблю смотреть на время, однако следующие часы вынудят это сделать даже самого ленивого. Ведь все дело в том, что они имеют встроенный проектор и могут отображать текущий час на различных поверхностях, стенах или потолке. Помимо этого, устройство показывает данные о температуре и влажности воздуха, может заменить зеркало и даже использоваться как радио. Настройка интуитивно понятная, есть регулировка яркости и звука, а также таймер, чтобы подольше поваляться в кровати. Кто бы что ни говорил, но беспроводные наушники – это тема, согласитесь, ведь куда удобнее заниматься спортом, домашними делами или даже гулять и параллельно слушать любимые треки, когда нет никаких болтающихся проводов, которые легко зацепить. Вот и я так думаю, поэтому ловите крутые уши от Song X. О компании слышу впервые, но дизайн мне действительно нравится, кейс выглядит очень интересно и свежо, а также имеет много расцветок. Полной зарядки хватает на 5 часов беспрерывного использования, а встроенный аккумулятор на 480 мАч
часов позволяет увеличить время до 20 часов. Кроме того, Song X использует усовершенствованный сенсорный датчик, позволяющий наушникам достаточно точно распознавать прикосновение к кнопкам управления, будь то ответ на звонок, приостановка музыки или переключение песен. Я всегда говорил, что зажигалка – это отличный подарок, который запомнится на всю жизнь, а если она будет такая, то и подавно. Это керосиновая зажигалка ручной работы, которая выглядит как какой-нибудь двигатель или эликсир. Такие ассоциации у меня возникают из-за жидкости, которая просвечивается благодаря прозрачным стенкам. Устройство выполнено из чистой меди и сделано добротно и представлено в нескольких расцветках. А это забавный увлажнитель воздуха, который выполнен в роли небольшой подводной лодки. Внутри нее сидит матрос, он очень напоминает странного человека из Among Us. Его, кстати, даже можно достать и заменить на другого. Кроме того, устройство имеет регулируемую подсветку и может пускать колечки в такт музыки. Классная штукенция, которая украсит рабочий стол и послужит превосходным подарком. Все, наверное, видели недавний тренд со световыми мечами, и вот вам настоящее оружие джедаев и ситхов. Устройство предлагает до 12 различных цветов, а также 10 потрясающих эффектов и музыкальное сопровождение. В комплекте с ним приходит зарядное устройство и дополнительные аксессуары. Кстати, а вы знали, что умение владеть световым мечом означало наличие невероятного навыка и сосредоточенности, мастерскую ловкость и, как правило, гармонию силой? Вот так вот. Следующая штука пригодится тусовщикам и тем, кто любит очень много пить. Чай, конечно же. Это ранец с двумя огромными емкостями для жидкости. Суммарно здесь у вас может поместиться до 6 литров. 6, Карл. В каждой емкости проведена трубка, тоже довольно большая, чтобы сполна напиться или поделиться напитком с друзьями. Для этого даже краник предусмотрен. Что ж, не знаю, как именно вы собираетесь использовать это чудо-изобретение, но я бы однозначно себе такую прикупил.